Привет. Привет. Ребята, что все такие злые? Я поняла, что я... Леша, говорю, я не хочу уже выходить вообще в эфир и, в принципе, что-то выкладывать. А что с людьми стало? Почему народ такой злой? Мы живем в квартире. Как дела? У меня все хорошо. Вот сейчас я выложила пост. Такие ребята крутые, реально. Реально, потому что это, во-первых, так получилось, что я искала делать визу. Это Мэрин знакомый. Парень с Митей еще живет. Ну, офис у них, я поняла, в Москве. Они прилетели на это мне. Все. Вы видели, сколько мне говна в посте написали просто про визы? Я еще поделилась, чтобы участвовали в конкурсе. Я думаю, все хотят в Америку и бесплатно получить визу, но меня обосрали так. Иди, злодеи, вы кто такая, звоните. Я сосу лишнюю. Может быть. Привет, Лиза. Не знаю, что просто выключить. Поможет ли это? Я добрая. Есть добрые, да я знаю, нет, я больше, у меня тут больше аудитории добрые. Просто откуда вылезли все эти говняшные люди? Ладно, когда-то ладно фотографии еще. А с визой что? Из-за того, что мы собрались еще в Америку лететь, сейчас мы летим еще отдыхать. Мне не пофиг. Сказать честно, на меня приняли, ну, как бы, да нет, я же не вышла, там меня это не то, что парит. Я просто думаю, ладно, когда-то фотографии моего обнаженного тела их там смазывают. Просто милое фото, я дома, вот посмотрите, я в легкой накрасила, мне осталось 3 резинки, сделаю фото. Все равно, это потому что мы летим отдыхать. Люди, харе, хватит, писю лохматит. Лиза, плохо слышно, я знаю. Почему так тихо слышно? Потому что мне сделали так телефон, что он у меня херово теперь работает, просто ужас. Где дочь? Вы сейчас будете все блокированы, кто будет спрашивать про дочь. Сейчас попробую найти наушники. Какой же ты красивый, видимо, неспроста. Просто сидят кукушки. Всякие, господи, боже мой. Хотела курицу спросить. Ну, просто меня уже называют сейчас кукушка, у меня уже кукушки. Сейчас, девчонки, мальчишки. Да, наушники возьму, если бы я смогла найти. Я не знаю, какие мои, а какие тоже. Сейчас посмотрим. Ну, это типа похоже больше на мои. Не пойму. Анкулис, это я, твоя мама, скучаю. Мам, я как бы узнаю твою аватарку. Но я не могу найти свои наушники. Вообще без понятия, где они. Прям на пояс. Ну, просто улыбаюсь. Да, конечно, пояс. Меня так обсыпало. Что, они не заработали? Мой муж спит. Он сегодня работал много. Я вам приготовила ужин. Тебе срочно делать годный контент, так как сейчас нам очень интересно. Очень неинтересно, скучно. Да безумно непонятно, что в проекте раньше было веселье. Потому что мне насрать на Инстаграм. Вы еще не поняли это? Я сделала операцию, я не выходила, и мне по барабану. Я теперь когда хочу, выхожу. Когда не хочу, не выхожу. Вообще пофиг стало. Я не буду больше ничего в свое время убивать на это все. Есть люди, которых я люблю, уважаю, спасибо вам, кто со мной, несмотря на то, что я не сижу в эфирах. Вот. Всем спасибо. Всех люблю, честно. Но я буду выходить в прямой эфир и так далее, только когда мне будет настроение. Мне все равно буду выкладывать фотографии. Раньше было весело. Раньше я жила в Инстаграм, такая придурочная, это такая работа. Это такая тяжелая работа, общаться каждый день. Потому что от этого зависит твоя статистика вообще. Все в свою дорожку. Сейчас работаю, отдыхаю. Так. Мясо. Мясо и гречку, мне нужно диету сейчас. Я в Китае. Лечу скоро на Хайнань, через неделю. Понятно, мы скоро улетаем на Филиппины. Что на доме таких курсах? Ну, я так для фона включаю. И дела, твои дела. Прекрасно, мои дела. Ребята, спасибо вам всем.
платье, которое на мне, я худая, оно мне большевато. Ну, как вы думаете, на Филиппинах такое платье зайдет? У меня же зеленый такой есть. Я покажу. Вот. Я взяла на продажу себе разные кофты. Даже Бузову уже видели на подобном платье. Бузова тут просто не тут, а можно такие платья. Я набрала из себя. А куда вы? Мы не едем отдыхать в Америку. Вы читаете пост между строк или что? Муж сказал, что хочет, чтобы мы поехали в Америку. Я просто это связала с тем, что у ребят проходит конкурс. Вот, я буду через неделю, потому что они мне быстро сделали визу в Китай. Но там же написано, что это в планах. Короче, ну такое секси. Ну, то в стразах, а это нет. Короче, колчугу буду сносить. Так, подождите, мне сладкоежка, сколько много набрала. Чего не изменила шум на другие наушники? Один. Ага. Слава, красивее тебя без обид. Я не могу обижаться, это моя родная сестра, и она для меня красивее, чем я. Привет, плохо слышу, давай, пожалуйста, вы до скольки работаете? Мы? Я не работаю. Грудь вывалилась. Мне не надо вывалиться грудь, вам показалось. Так, могу написать. Ты кушаешь? Я все кушаю, я поправилась. Еще плохо слышно. Привет. Ребят, сиськи торчат. А как они должны быть не торчать, если они у меня есть? Они у меня и раньше торчали. Это такой топ. Странный народ. Сиськи выкатились. Угу. Мозг у вас выкатился. А, спасибо, про платье красивое. Видела твою историю, что ты бежишь, муж. Красивая, не завидую. Ты лучшая бусинка. Я знаю, что я полная соответственность. А при чем здесь вообще я? Это что у меня муж красивый, и я очень люблю его фотографии, мне нравится его работа. Я могу сделать своему мужу комплимент и показать им, какой у меня прекрасный муж. Мы сегодня как раз ржали над тем, что... как сильно я себя люблю. Платье из деревни, конечно, платье из деревни. Напишите, Бузова, ты позавчера была платье из деревни. И еще много кому. Плохо, тебя плохо слышно. Я знаю, мне работает телефон, потом парень этот поменяет мне, когда только приеду в Москву. Потому что нет смысла снимать сейчас этот экран, потому что 25 тысяч отдавать, ну как бы. Я же все-таки работать начала сама. Почему, когда детей? Ребят, я ношу корсет. Я это для вас переоделась, чтобы мне не говорили, что я ухожу в одном и том же. Корсет я сейчас не снимаю, потому что у меня начала болеть грудь. Нет, он рядом лежит. Сторис сколько стоит? Что вас интересует? Видео 10 тысяч, 7 тысяч фото. Блин, прибавьте звук. Тупые. Слышно, как ты тыкаешь. А как говоришь, вообще глухой звук. Ну да, я даже заметьте, я даже не могу записать сейчас в этот сторис. Не слышно ничего, но я не знаю почему. Кстати, в Snapchat я могу записать, а здесь нет. Ты такая легкая, классная. Спасибо, что грудь красивая. Болит грудь, колет. Ой, так. Я не знаю, какие мои ушки, какие нужны ушки. Подождите, я другие одна делаю. А я надену большие наушники. Грудь у меня. Да вот болячка, помните, я показывала, кровавая, не проходит. На самом деле, я показала бы вам, как у меня заживает грудь, но здесь столько людей ужасных, которые... Я просто сейчас... Мне же прям... Господи, просто поделилась. Девчонки, честно сказать, просто очень хорошие ребята. Милый парень. Милый. Очень хорошо общаются. Поэтому... мне сделали визу за 3 дня. Это шикарно. Самое шикарное для меня, что мне не нужно было заполнять документы. Потому что обычно говорят, сразу с работы принеси, оттуда, оттуда, отсюда. Я такая говорю, ой, а у меня ничего нет, я лежу тут после операции. Очень все быстро сделали, круто. Не слышно. Бузова, Тимур. Как на этом месте? Не знаю. Какой синус мой?
тебя не слышно. Одень платье, да ладно. А, раньше было интереснее, отписывалась. Даже просмотров стало в два раза меньше. Противно. Да, мне смотрит 662 человека сейчас. Надеюсь, люди сейчас работают, я не выхожу в эфир. Но самый любимый меня смотрит всегда. И даже я... Они портят звук, наушники не могут портить звук. Они мне включились. Что если бус одела, значит, огонь и стиль? Нет, ну просто бус. Я не думаю, что она вообще, в принципе, сама одевается. А, вот. Но вообще эти платья, да, сейчас самый топ считается. Смотрю тебя, когда в Москву. У Бузовой есть молодой человек без понятия. Без понятия. Эталон моды, ну, Бузова сейчас хорошо, ее одевают стилисты. Считаете, нет? Я считаю, да. А я не Шишкова. Нет, это кто? Яна Шишкова. Пожалуйста, не показывай. Все. Ага, Бузова прям мода. Ну, раньше Бузова была колхоз, красный нос. Но сейчас у нее нормальный, хороший стилисты. Леша платил тебе операцию? Нет, я не платила за операцию. Он говорит, до скольки работает, можешь сейчас написать, спросить цены вещи. А, ну это вы меня спрашиваете, пишите, менеджер вам ответит. Причем тут Бузова, господи, я даже не видела это платье, когда покупала эти платья. Эти платья купила 4 дня назад. И я выложила раньше сторис, это платье в своем магазине, чем Бузова. Это мне прислали, что у Бузова такое же платье. Так что, ребята, я явно ни на кого не равняюсь. У меня вкус намного лучше. Что за топ? О, это топ с такими трусиками красивым. 7000 фото, да. Лиза, что с настроением? Тебе девушка комплимент сделала, а ты так отреагировала. Где мне девушка комплимент сделала, где я не вижу? Видела прямой вопрос, часть сказала, что она болит чем-то неизлечим. Мне интересно. Врачу звонила. Да нет, крутой топ, спасибо. Лиза, это топ робит твою грудь. Не считаю так. Из Минска привет. Миш, привет. Хочу быть так, как ты и как я. Ты знаешь, чу-чу-чу. Пройтись к врачу. Это нехорошо, что колет. У меня же швы. Ну, я не знаю, какая у вас операция. У меня все-таки подтяжка была. Я, наверное, много все-таки дел делаю по дому. И я почитала, что нельзя наклоняться, что нельзя то, все. А я все делала. Так, привет. Очень удобно в этом топе. Спасибо большое. Ребята, у тебя врачики по поводу, что у тебя очень болит. Что врач говорит? Я не спрашивала. Я читала, что это нормально, что болит. Когда детей? В ближайший год нельзя детей. Лизочка, как твои реснички? Честно, уже повытирала. Выдираю вот так ресницы. А, спасибо. Да я не вижу. Грудь в топе тоже. О, алло, ёпта. Ты пришел? Адам, защищай меня. Ты посмотри, пожалуйста. Ты можешь жестко. Просто похвалила ребят, которые сделали быстренько визу. Но я просто сейчас я хочу через них еще сделать в Европу визы. Вот, очень классные ребята. Меня начали даже там хаять. Это что такое-то? Не так фотки не пощу, не выхожу. Плохой звук, да, здравствуйте. Ау, Адам. Кто будет посылать Адам, пойдет сам нахуй, я вот так скажу. Моих друзей посылать не стоит. Не понимаю, теперь говорят, что не слышно. Да слышно шумы. Но и тебя прекрасно слышно. Плохо, близко. Поэтому... У тебя какие-то ебанутые подписчицы, блядь, вообще просто, просто нереальные, блядь. Какая-то уёбище, блядь, черноротая. Я сейчас зашел специально к ней, вышел из эфира, блядь, посмотрел ее фотографии, там реально уёбище сидит, она мне присылает нахуй тебя в прямом эфире. Ты представляешь вообще, блядь, какая наглость, блядь? Ой. Ой. И что ты написал? У меня, короче, интернет вообще, блядь, не работает. А у меня, блядь, работает, думаешь? Здесь ни у кого он, сука, не работает. Ебало, включи, блядь. Ты видел просто комментарий, просто... Я просто написала пост про то, что мы хотим поехать в Америку. Хорошо, что я еще не писала пост, что мы улетаем на Филиппины на месяц, на острова.
Там будут сидеть на Слушай-ка, фотографиях а наши. тебе визу? Слушай-ка, а тебе визу за сколько сделали по денег? Ну, я Нет, тебе не нафиг за скажу, бесплатно, пока. блядь. Нет. Сколько у них китайская стоит на 10 лет? Ты на 10 лет хочешь делать? Я на год сейчас буду у них делать. Мне же нельзя было Ну, на год открывать. ну да. Я же не была ни разу. Надо мульти сделать. Блять, надо свет включить. Надо сделать, короче, мульти с многоразовыми выездами. Угу. Где, блядь, свет включается в этой Мне нужно квартире, сейчас делать нахуй? Европу, потому что мы хотим еще в Европу. Подожди, мне на свет То на дому где-то. нападают. Какие-то. Мне, короче, пишет Некрасиво какая-то покурить. баба страшная. Ты что куришь? А, я думаю, в комнате куришь. Чего баба страшная? Какая-то баба страшная пишет мне, типа, иди нахуй, урод ебаный. Я говорю, я специально зашел к ней на страницу посмотреть, там реально уебище. Это реально ебанутые люди, блядь. Это вот они контуженные. Нахуя они пишут людям, которых они вообще знать не знают? Я не знаю. А я не знаю, ты видел, нафига они пишут мне вообще какую-то чушь, что у меня дешевая реклама. У меня, кстати, есть одна такая подруга, короче, Таня. Ей 35 лет. Ну, она уебище. Она вот прям вот реально вот старое уебище. Вот она вот, ну, просто. И она вот сидит вот всем с утра до вечера на работе, пишет вот всяким артистам, там, звездам гадости в Инстаграме. Скидывает мне скриншоты. Ей там, блядь, на каждый ее там пост, ну, не на пост, на каждый ее комментарий там поставят там 25, там 30 лайков. Она мне скидывает. Ой, смотри, сколько мне поставили, типа, лайков, типа, под мою Жули. гадость. Я говорю, а зачем ты пишешь? Серьезно? Ты же, ну, ты людей не знаешь. Если дети Типа, смотрят... Да ну, а подожди, Адам, Адам. Когда мне пишут, дети смотрят... Мой Леша уже поругался из-за этого. Ребята, если бы рядом был находился мой ребенок со мной, то я вышла бы с эфира и пересмотрела его потом, когда мои дети бы спали. Вы заходите у человека в эфир и пишете поменьше мата. Здесь дети рядом. Ваши дети, вы зашли к нам, мы будем общаться здесь, как мы хотим. Вы пришли к нам в гости, считайте. Поэтому как бы выйдите и потом зайдите. Я вообще тоже такого не понимаю. Правильно? я говорю, это кошмар вообще. И, кстати, сейчас И Адам скажет. просто... Они говорят, что ты обсираешь моих подписчиков. Нет, Адам хейтеров обсирает, а не моих подписчиков. Мои подписчики нормальные, не пишут И гадости. это... И слышишь, что? Это, которая Даша, друзья, которая была на доме, помнишь? Да. Серовым, которая была. Ну да. И вот она ей пишет без ума всякие гадости, типа... Ты, блин, там шалава и всякое разное. Говорит, ты знаете, вообще не знаешь, что это, блин, проплаченная вся история. У Серова выходил новый альбом музыкальный, а этого Серова уже знать никто не знает. Ему надо было как-то пропиариться. И тут подвернулась эта Даша, друзья. Да? И чтобы о нем как-то заговорили, блин, Малахов ее взял. Она пишет, нет, она с ним реально спала, она реально с ним беременна, ее посадят. Я говорю, ты дура вообще, Таня, ты дура. Слушай, если ты сейчас начнешь все рассказывать людям, они с ума сойдут, что это все неправда. Особенно про историю с Гогеном, ты помнишь? Ада, Да, расскажи, что да, ты ходил на кастинг, чтобы быть вместо Гогена. да. Гогена. Что эти истории Да. придумывают, все им Это. платят за это, вот. И Адам ходил на кастинг, чтобы быть со старушкой. Прикинь, Адам был бы как Гоген сейчас везде. У меня тоже, кстати, прыщ выскочил. А, нет, это У меня грязь. вообще все лицо обсыпано. Я надеюсь, что не от острова. Смотри. Это от острова, от острова. Потому что я люблю острое, постоянно здесь острое ем. Это, а завтра что ты делаешь-то? Что? Так, Леша послезавтра улетает с ночевкой. Вот, А приходи куда он ко мне. улетает? Слышишь? Приходи ко мне. Пока он спит, да. Вот. Пока его не будет. Это. А куда он? Мне еще нужно, чтобы ты со мной съездил. Это я тебе просто так говорила, там, для пляжа купить шорты, морты. А, что я сейчас скажу в эфире? Я забыл, мы не по телефону разговариваем. Потом скажешь, что надо купить ему. Ты у меня день рождения тоже. Когда? У моего Леши 17 февраля. Я подарок купить. Мы же на острова будем. Я не скажу, что в эфире, вдруг он посмотрит эфир, что я хочу купить. Я тебе напишу потом. Ой, я сегодня, кстати, был мимо рынка, проходил одного, там такие прикольные шмотки, надо съездить сюда, там я для себя присмотрел, там цены вообще адекватные. Да? Что, почитаем людей? Почитаешь? Да, сейчас почитаю, что тут пишут Да, вообще. мы с Лешей давно муж и жена. Адам, ты натурал или гей? Натурал, А конечно. как Сейчас Адаму, всем блядь, телефон? засунет. Говноеды, говноеды.
У меня уже подарок. А что у меня? У меня нос кривой или что? Кривой. Слушайте, какой-то диван мне на китайский не похож. Это китайский диван. Здесь вот в этом доме все квартиры одинаковые. У всех точно такая же мебель. И больше хату покажу. Вот она. Подари. О, хорошая хата, кстати. Блин, хорошая. У вас меньше, чем у нас наставлено все. Я не жалуюсь. Мы как же будем снимать сейчас, когда я вернусь уже после там судов всего. Будет вообще мало будет всего. Ой. А вы сейчас с кем живете? Вдвоем. Вдвоем? Да. Его друзья же уехали. Хорошая квартира у вас. Ой, какая красивая. Мне твоя больше нравится. Ты что-то в труселя ходишь, мы? Моя спальня. У нас три спальни. Слушай, в каком районе ты живешь? Типа, короче... Ладно, занимается проституцией, ребят. Мы все с одной группы. Мы все проститутки. Эскорт. Все. Такие. Ой, знаете, здесь Леша убирался, я думаю, показывал. Здесь вообще пиздец. Я не буду показывать свое лучшее. Какой-то маленький все. Да, здесь маленький квартир, кстати, да? Ну, не, не все маленькие. Ну, у меня 150 квадратов. Сережки поменяю. Нету денег на другие сережки. Не могу поменять сережки. Бабок нет. Ада, подари подруге сережки. Спишь с ними? Я сплю в них. Пойдем завтра. Здесь ты можешь подарить мне подарок сережки? Рублей за 50. Так уж быть, да. Разорюсь на 5 юаней. Зрители пишут, что это было отлично выглядело. Уже такие злюки повылазили. Мама, мисс Антолыч. Я прям, Лешка, говорю, ладно, я хоть выйду в эфир, а то мне девчонки пишут. Я вообще, видишь, не выхожу никуда, ничего. Мне так спокойно стало жить. Подустала я от этих хейтеров. Всем привет, привет. Адам крутой. Как Адама найти? Согласна. Че, он совсем бомж? Да. У меня бардак всегда. Это вы моему мужу спросить, бардак у меня или нет. Я даже со своими титечками, мне кажется, наклоняться нельзя было, поэтому мне сички болят. Что тут пиндоречку? Пиндорю. Снимаю квартиру. А ты что, снимаешь это уже корсет, нет? А? Да я сейчас снимаю. Я ходила его 2 дня. Я нахожу в нем 2 дня, вообще не снимала, потому что у меня начала болеть грудь, потому что я здесь убиралась, ходила. Его снимала? Ты понимаешь, здесь, кажется, не моют люди окна. Для них это ненормально мыть окна. А я, понимаешь, похуярила. Ой. Помылась. А где ты мыла? На балкон выходить. Там просто не видно ничего было. Мне нужно было помыть. Мне все руки поднимать там особо. За сколько вы снимаете? А? За сколько вы снимаете? Я не знаю, это Леша спрашивает. Я-то не снимаю ничего. Привет. У Леши день рождения. Да, 17 февраля у Леши день рождения. Привет. Я тоже живу на халяву. А? Я тоже живу на халяву. Тоже спрячусь. Пока не выгнали. Лиза, ты замужем, ты что о таких вещах за грудь говоришь? Фу ты, Лиза, охренеть. Я сижу в интернете, говорю на 780 человек про грудь. А тут я замужем говорю про грудь. А вы про то, что в эфире говорю про грудь? Я всегда говорю про грудь. Я и посты писала про грудь. А у меня еще будет пост скоро с голыми сиськами про грудь, когда они уже заживут. Сейчас я картавила. Это типа обязательное условие, да? Да нет, просто я хочу. Такие крутые, веселые, да, спасибо, берегите друг друга, нормально. Слушай, а что там Стася-то, где они? Они уехали уже с Панангана? Что-то нет, по-моему, не уехали, нет. Вроде бы. А эту менту еще не поймали, Мэри? Муж не ревнует к Адаму, мы все дружим. Мы все дружим, муж не ревнует. Лизок, у тебя улыбка как искусственная. Вообще жесть. Такое я еще не слышала. Я искусственная. Какие титьки? Улыбка. Какие титьки, какие губы. Я говорю, какие титьки, какие губы. Сейчас получишь, поймаю. Все искусственное, как и волосы. Адамушка, ну что, как там в Китае среди маленьких писек тебя спрашивают? Вопрос. Расскажи, да. А кто это? Адам, какой национальности клевый? Так. Маленькие писки? Слушай, я не знаю. У китайцев? У китаянок? Нет, слушай, я тебе знаю, что мы заходили.
Итальянам так Узенький. говорят, кстати, очень узенький. Мы, кстати, заходили в секшоп с Да? Лешей. Мы заходили с Лешей в секшоп. Слушай, если у нас дилды продаются вот такие, то здесь дилды. Я первый раз видела вот такого размера. Зубы чистить. Но это для анала, наверное. Анальная пробка. Ой, ты о чем вообще не говори такое? Ты что, тут же... А я, короче, тут Тут был в дети. Гонконге и пошел, короче, пошел на этот, ну там из этого отеля, короче, был выход на какой-то рынок. Я выхожу туда, короче, а там лежат эти резиновые фалосы. Я такой беру и начинаю, типа, играться, ну, с другом. Подбегает китаец этот, выхватывает у меня этот дилдо, блядь, и начинает меня бить, типа, Russian, 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 stupid. Это было очень смешно. Слушай, да. В Москве жить. А Что-то ты видишь, глупо. все-таки мы доехали до Китая. Долго ехали. Я вообще, блядь. Мы с тобой сколько Но собирались? теперь я хоть знаю, как можно визу эту делать в Китае. Чего? Визу теперь знаю, как в Китае можно сделать самому, без всяких Слушай, на агентств. меня никто на доме 2 не похож. Хватит мне сравнивать с какими-то непонятными тёлками там. Это просто же сначала мне сравнивали с какой-то черной телкой. Теперь мне вообще представили какую-то белую телку. Из-за того, что у нее светлые волосы, она не может быть на меня похожа никак. Все блондинки теперь похожи на меня, жесть какая-то. Это, мне тут это Катя писала, или как ли там с Дома 2, этот кассин директор. А, что, опять Привет, звала ты в тебя? Москве. Когда придешь? Я говорю, в Китае. Она типа, ну, когда будешь в Москве, приходи. Она мне все пишет каждый месяц, как будто у нее рассылка там какая-то стоит. Слушай, я думаю, что просто... Я бы сказала, кого туда зовут из старых участников, которые вообще не разговаривали. Ну, таких... Там вообще очень плохо с этими делами. В один Да, тысяч уже лет. никто не смог. Уже Кадаму никто. уже 1000 людей подписалось, да? Только они знают Адама страничку. Адам. Грудь слишком большая. Адам Да, у меня Андреевич. небольшая грудь. Вы что? Адам Андреевич. Она в руку помещается, просто она Адам очень мягкая. Андреевич. Я похожа на маму с А у папой. тебя ее... А что сделали-то тебе с ней? С кем? С грудью? Ну, с одной. Что, подтяжку и маленький имплант засунули? Я страдаю. Такая же, как и была. А, да ладно, Ну, Имплант размер такой. засунули еще? Ну, маленький, 300 всего. А, я думал, просто подтяжку сделали. Не, подтяжка у меня была, он сказал, 2,5, значит, теперь мне кажется, что у меня была бы 2 размера. Но сейчас 3,5. Ну, пока еще, может быть, уже 4, у меня Ну, пока как? 90, но у меня спина-то 60. Спина у меня, объем спины, обхват 66, а так 90 с грудью. Ну, нормально, не знаю. Ну, она типа что, должна спать, там, это, как его, Я не отек слышу. какой-то или что? Чё? Отек какой-то или что? Отек груди или что? Нет, а От, чё? отекли Это грудь? топ мне маленький, на ДМ-ку было брать. Да какой я чё, после грудь На помещ... в продаж руку или? помещается грудь? Ну, 3,5, Продай может, его. 4. А? Чё ты Продай сказал? его. Чё? Продай. Продай. Продать? По Мэри скучаешь? Скучаю. Шикарные сиськи. А, вообще, скажите, пожалуйста, вы по мне скучали? А то я вышла, и я даже не слышала, как мы по тебе скучали, почему ты не уходила в эфиры. Что-то в последнее время адом, я не знаю, что. Ну, как-то не... Как-то раньше так любила Инстаграм, а сейчас мне как-то уж энергию забирает свою. Как ты думаешь, может, Потому мне что он здесь дома не свечки работает. поставить, обвесить амулетами, чтобы все не глазили? Потому что Инстаграм в Китае не работает, ребят, поэтому, бля, здесь никто не сидит в Нет, я Инстаграме попробую нормально. сделала, я не выходила, и мне было нормально. Ну, как бы я выходила, когда только сделала, делилась с девчонками, а потом сколько гадости сыпется. Я подумала, что мне немножко становится это все совсем уже. Ну, я пару раз обматерила людей, подумала, что я становлюсь такая же злюка, как они, а мне это не надо. Я лучше буду такая веселая, добрая, с 3 ресничками. Мне кажется, надо Раскулачилась. просто Спасибо. поставить ограничение на комментарии просто, и все, чтобы никто ничего не писал. У меня стоит ограничение. Шлюха, гадаю, мразь. Стоят, а А сейчас... так можно ли поставить? Нет, у меня не была своя шикарная грудь. Да, ты заходишь, там у тебя будет написано слова, какие нельзя. У меня сразу почему-то были написаны, какие нельзя. Да. Если бы у меня была Так у своя меня шикарная отписалось грудь, я бы ее не 30 человек. делала. Потому что сейчас в форму придешь, и все наладится. Ты просто иммунитет из груди ослаб. Почему иммунитет, говоря правда, ослаб? Я начала тебя читать, через сколько можно заниматься спортом. Мне же еще зашивали мышцу под грудью. И грудь реально так сильно болеть стала. Но я-то дома, я тебе говорю, я здесь начала мыть, вот это драить, отдраила душ. Руками нельзя сильно Бля, мне работать. помыть.
Слушайте, я обсуждаю свои сиськи в прямом эфире уже на протяжении 2 месяцев, как сделала операцию. И здесь сидят и мужики, и бабы, и девушки, и девочки, милые мои, любимые. Адам, вам лучше с короткими волосами. Вы серьезно с Лешей поженились? Нет, мы решили просто сыграть в игру, давай поженимся. Да, она поженилась со мной вообще. Вот. И теперь поэтому я к нему прилетела, и вообще как бы меня не хочет отпускать даже. Ну, суды у нас, и все. Че, Адам, теперь будет... Мама теперь тоже моя хочет сюда переехать, понимаешь, Адам? Да. Сюда, в Китай. С детьми? Да. Так пусть переезжают. Но здесь скучно, здесь делать нечего. Вообще здесь только работать. Только работать, да. Но мне с моими со шмотками, поверь, я тебе говорю, я такая 2 этажа проходила, там такие шмотки крутые. Для меня это прям рай. Я такая, я говорю, я хочу здесь остаться. Да, это мой. Был на этом рынке, я был на этом рынке. Я же тебе говорю, это мой стайл, понимаешь, это все мое, и поэтому мне классно здесь. Я понимаю, что я могу прям, мы сейчас снимем квартиру, мы специально поставим зеркало, оборудование, чтобы я могла снимать это все еще. Круто. Вот. А где вы, в каком районе снять? А мы сейчас ищем квартиру. А, ищите. Кстати, у меня вот прям вот в моем жилищном комплексе, там вот, когда входишь туда, короче, через охрану, там висит, что сдаются квартиры. Блин, Адам. Там тоже что-то 30. А у меня не загрузились фотки, я бы сейчас выложила им фотку. Здесь же можно в прямом эфире выкладывать фотку, да? Серьезно? А ну вот у меня стоит фотка, сейчас смотри. Сейчас попробую. Я ни разу не делала. Сейчас попробую. Я не знаю, как, что это значит. Что это? А, вот, видишь? Видишь фотку? А. Я хотела выложить фотку. А ты можешь выложить фотку, где ты... Вы можете работать моделью. Сейчас Адам вам покажет, какие здесь модели есть. А как это делать? Я не а умею. Ты не можешь? Я без понятия. Просто было бы прикольно, если бы ты тоже смог. Забивай на плохие комменты. Ребят, я вас так люблю, честно. Ну, просто когда выходишь, пишут гадости про меня. Вы сегодня писали, что я мошенница, мошенников рекламирую. Мне так неприятно, так обидно. Ни разу никогда за год ничего не говорили мне. А тут какая-то курица вылезла, облезлая. Но я всем отвечаю, никого не блокирую сейчас. Это все неправда, это все чушь. И спасибо вам, что у меня есть. Обнови Инстаграм. В Китае можно работать переводчиком. Ой, переводчиком говорю. Этим. Учителем английского, моделью, продавать шмотки, потом кем еще можно. Можно работать на карго. Здесь работы, в принципе, полно, и в Китае как бы спокойно можно зарабатывать деньги без всяких... Девочки, просто чтобы вы понимали, здесь модель, что сегодня он мне прислал. Адам, сколько килограмм? Сегодня искали модель 130 килограмм, но это, скорее всего, бразильянку, потому что... Грудь 90 это как у меня, просто я не понимаю, как это может быть ширина. Либо она вот здесь жирная, у меня нет сисек, объем, ну, 90, и 130 килограмм. Блин, здесь вообще все, конечно, разное. Но модели здесь, ой, ну прям не айс есть. Модели, да, прям вообще, прям здесь чем страшнее, тем востребованнее, мне кажется. Здесь какой-то специфический, ну... В принципе, вот те, вот, которые в модели я тебе скидывал... Мы с Телеконом это мне смотрели 2 месяца назад. Так, если что. Я так рада, что сделала сиськи, теперь хоть будут говорить, хоть не просто говоришь, что я силиконовая долина. Я вот тоже думаю, мне Леха, типа, говорит вчера, типа, подстригись, типа, я скину твою карту. Ну, блин, такие роскошные волосы, разве можно? Ты чего, ты видел, как Леху постригли? Охренел меня его стригут 2-й раз. Нет, я бы пошел бы за платно бы подстригся за бесплатно, что мне жалко косы меня подстригать. Чего тебе? Чтобы я платил кому-то деньги, чтобы меня подстригли, нахер мне это надо, мне всю жизнь за платно их стригли. Ну, Леша вчера 15. Пускай дают мне... Ну, вот я говорю, пускай дают мне 2000 юаней, пускай стригут. Вот вы правильно написали. Моя сестра тоже сказала, что я слишком близко все к сердцу воспринимаю. Так нельзя. Тогда мне было легче вести программу. А зачем мне вести, если я другой? Ну, я не могу быть другим человеком, я не могу быть жесткой. А еще посмотри, меня кто-то сглазил, потому что у меня 2-й тоже отваливается. Здесь говорят, маникюр вообще не умеют делать. Да. Вообще говорят, не умеют делать. Губу у меня пчелы покусали. Нет, у меня намазан контур. Мне кажется, у меня вообще небольшие губы. 3 часа ночи. И что?
В Японии намного лучше, чем в Китае. Наверное, мы тоже так думаем. В Где, в Японии? Я думаю, жизнь лучше, ой, дороже, да? Мне кажется, там очень дорого в Японии. Блин, Если я такие. был в Гонконге неделю, и Почему? за неделю в Гонконге я просрал 30 тысяч просто вот один раз в день покушать, самое дешевое что-нибудь, и на жилье. У меня ушло 30 тысяч рублей. Там метро стоит 600-700 рублей в один конец. Иди отсюда, чмо. Подожди, чмошник писал в комментариях и сюда пришел. Сейчас. Таких, фу. Сейчас еще кого-нибудь заблокирую. Я живу третий год в Японии. Ну, расскажите нам, какая там ценовая политика. А ты в Японии не хочешь? Там тоже говорят круто. Леша В отдыхает, спит. У нас Японию? третий час ночи. Леша вставать в 7 утра на работу. У нас теперь только муж работает. А че, во сколько мы завтра Это. встретимся, Ада? Ну, у меня, смотри, у меня нет, две примерки завтра и два кастинга. И, в принципе, я свободен. Я не знаю, просто завтра у меня с 2 до 4 два кастинга, и потом у меня примерки. Но они там быстро, примерки там по 10 минут. Японии Ну, хорошая не знаю, зарплата. завтра напишу. Зарплата хорошая, это Ну, там и сколько? жизнь дорогая. Ну вот, зарплата за сколько? Вот здесь. Слушай, здесь в этих чуфаньках так вкусно кормят. Я вчера такое пиво вкусное. Вообще вкусно, тоже люблю. Ну, мы вчера сидели в какой-то дорогой, мы нормальный денег оставили. Но оно возле дома, знаешь, так прикольно, то, что мы вечером можем возле дома, у нас здесь только кафешек посидеть, да, такая погода хорошая, приятная, Хорошая. как в Сочи, А, да, как в блин, я сегодня Туапсе. такое видел вообще. А? Я сегодня, короче, иду по этому рынку, короче, и там, короче, стоит чувак, продает, типа, электрошокеры для ловли крыс. И у него сидит там живая крыса, короче, в железной клетке, и он мне говорит, я такой смотрю, он включает это в розетку, и крысу начинает током бить живую. Я говорю, ты что, блядь, дурак, что ли, совсем? Мне так жалко стало, я пришел, короче, на рынок, у меня было настроение такое хорошее. Я сел, я так расстроился, думаю, блин, я сейчас пойду эту клетку просто возьму, просто кину, чтобы эта крыса куда-нибудь убежала. Подруге прихожу, рассказываю, короче, подруга говорит такая, говорит, я живу здесь 4 года, и он 4 года с этой крысой бьет ее током. Это Бедная мне Леша несчастная сказал, что крыса это затронута. нормально, они рекламируют этот, типа, от крыс. Электрошокер вот этот, Да. да. Но школа это нормально. Я Пиздец. про тебя рассказала, говорю, ты прикинь, Адам там, чуть не подрался. Он так говорит, да? И вот тут у нас около дома ресторан есть, там прям живые продукты. Ну ладно, я ходил, там рыба, змея, там вот это в клетках сидит. Здесь еду, там иду с вечером с работы откуда-то. И там сидит енот и смотрит на меня такими глазами в клетке. Я пришел домой, я вообще не знаю, что делать. Я думаю, блядь, пойти купить на последние деньги этого енота, отнести его в лес у меня прямо здесь. И я, ну, на следующий день поехал, его уже не было, уже съели, видимо. Ну это прям вообще очень дико для меня. Подожди, ты его не купил? Или ты пришел, его не было? Я пошел на следующий день на работу, думаю, если он будет сидеть, то я его заберу. Но я не знаю, сколько он стоил бы, я не знаю, 1000, может, юаней, может, 500 юаней. У меня просто было вообще 500 всего последних. Его уже не было, его уже сожрали на Рождество. Блин. Представляешь? Блин, я И у них просто там постоянно то плакала. кошки, то еще кто-то лежит. Я сейчас, когда мимо этого ресторана Вы хожу, а мне видели только Адама через него ходить. собачку? Блин, все, А Адам, у я не меня тут так. хочу, я расстроилась. Что ты мне это рассказываешь? А где ваша маленькая собака? А, мы ее дали другу, но мы заберем ее 20 числа. Мне же нельзя было, у меня теперь грудь болит, что я с ней гуляла. Леша, видишь, сейчас каждый день работает с утра до вечера. А где хозяин-то Я в 7 собаки? утра вставала, завтрак делала. Очень как молодец. А где это Я же тебе говорю, хозяин работаю. собаки? А хозяин собаки этой? Но. Они улетели на 3 месяца на Бали. А что с собой не взяли? А? А с собой что не Чё? взяли собаку? Собаку что с собой не взяли? Не знаю. Так люди оставляют собак свою животную. Ты что с собой собаку не взял? Я ее потом заберу, но я же просто ехал-то вообще в неизвестность. У меня здесь тоже рыжая такса. Вы уверены, что не едите собаку в ресторане? Я уверена. Я утку ем. И редко что-то такое. Лиза, что? Тут пишет какая-то одна Серёжка, блин. Влада Лаврентьева. Бля, ну этот Адам, конечно, интересный собеседник. Сразу видно, не глупый и начитанный, блин. Какой? Начитанный.
Вообще-то у меня два высших образования, мадам, незаконченных. Нет, Адам, раз ты мой друг, ты тупой. Ты тупой, страшный черт. Ну, это понятно, блядь. Наша жизнь, дом 2, блядь. Спасибо. Ладно. Ладно, короче, пойду я спать. Ну, давай, Мне кого-нибудь... уже вставать Мне скоро. сказали, что с тобой мне звук стал хороший. Я подпишу кого-нибудь из своих девчонок тогда к себе. Давай, я посмотрю вас и лягу спать. Все, А, давай, раз завтра будешь на связи. смотреть, да ложись спать тогда. Все, тогда завтра Давай, все, напишешь до мне, потому свидания. что Леша вернется часов Давай. 10 аж. Давай. Давай, все. Почему все можно без мата? Блин, столько мата в интернете, что... Мне нравятся девушки с двумя образованиями, господи. Мне кажется, девушка должна быть вообще по себе с головой, самое главное. Так. И что-то себе представлять. Посмотрим, кто у нас тут есть. Блин. Ребят. Ой. Что это? Привет, Лиза, красотка. Привет, привет. Когда-то моя мама сказала, собралась. Ребята, у меня не появляется это. Кто добавляется, у меня теперь не появляется почему-то. А, вот, просмотреть. Давайте посмотрим, кто тут есть. Вот парень, который расскажет нам про Японию. Это уже интересно. Лиза, ты решила? Пока я на обеде. Слово коротишь, хочется добавить. Привет. Привет. Здрасте. А что-то вас не видно. Как это? А, как все, это? Вижу, вижу, да-да-да. А я хотел спросить, а как там у вас в Китае? Хорошо. Просто был выбор, просто выбор между Китаем и Японией. Ну, вот здесь дешево жить, и говорят, все платы хорошие. А вы там недавно? Не так давно? И, ну, у меня муж 5 лет здесь жил до этого. Нет, а сама ты там недавно, что ли? Нравится? Недели две. Мне? Да, мне очень нравится. Просто у меня был выбор между, ну, там, Японией. И все-таки полетели в Японию. Ну и как в Японии? Ну, так нормально, вот уже 2 года. 3 года, но вы зарабатываете нормально, но я думаю, что там ценник дороже намного, чем в Китае, да? Как в Москве. Как в Москве. Не, ну здесь в ресторанах есть и дороже, чем в Москве, в обычных. Вот, а тут но есть всякие такие кафешки на улице. Не, мне кажется, это везде, где, ну, и дорогие, и недорогие. Нет, здесь прям я работаю для меня прям очень дешево, в Москве таких нет, мне кажется, вообще. А вы там кем работаете? Я не работаю. А муж? Модель. А, нет, я-то просто учу английскому. Значит, вы можете везде работать. Ну да, в принципе, так-то. Ладно, спасибо, что добавили. Приятно было. Да, взаимно. Спасибо. Может, тоже в Японию прилетим? У меня муж мечтает в Японию. Полететь. Не, ну тут круто, вообще круто. Мне очень нравится. Я даже, ну, не хочу назад в Россию. Мне нравится. Ну вот у меня муж тоже говорит, он так хочет в Японию. Я не знаю почему, но он туда рвется. Он говорит, очень хочет в Японию попасть. Ну у меня вот переехали друзья, уже здесь 1,5 года живут. И как бы, ну, даже не собираются назад уезжать. Ну глядишь, мы тоже приедем и уедем. Приезжайте. Ладно, удачи. И вам удачи. Он из Ярославля, Лис. Из Ярославля, Лис, не верим. Ру, привет. Иммигрантовый, что ли? О, с лиской красоткой. А что сиси возле живота? Вы серьезно? Или что? Я не поняла, вы мне что пишете вообще? Какие сиси возле живота? Вы видели, что этот человек уже 10 раз написал? Привет от Сони. Привет, привет. Так, кто-нибудь что добавляется? Давайте посмотрим, кто еще. Так, Юля, Мишка.
Пигментный макияж. Давайте. А, Юля такая секси. Давайте Юля секси добавим. О, мой секси. Я ничего не слышала про ВИЧ дом 2. Для меня это сплетни. И мне неинтересно. Одеваешься офигенно. Да, спасибо большое. Люблю вас. Спасибо, ребятки. Так, секси, мы вас не видим. Ой, ой, ой. Вот это. Здравствуйте. Как-то. Вы прямые эфиры не смотрите. Да, иногда. Он мультики смотрит. Привет, ты такой же блондинчик, как мой брат. Себя бьёшь? Зачем? Привет. Вот, у меня брат тоже такой беленький, как ты. Да? Угу. Только они не альбиносы, как, да? У них да, глаза серого цвета. А? Ну да, голубые такие, еще голубые. Но он все белее и белее, как будто с каждым годом. Такой блондин прям. Круто. С Китая зашел бы моделью. Да? Здесь любят блондинов. Угу. В Америку уже визу получила, да? Да нет, я же написала, сложно, то, что это только в планах. Не знаю, надо у ребят спросить. Они мне так... Да тоже там связывают. Да, говорят, сейчас нам сложно. Угу. Да я ему только суп куриный сварила, долго ничего не варила после праздника, вот решила сварить. Что вы? Мы там... Да суп решили там сварить, сварили. Куриный, суп? Я же после праздников ничего не делала особо, да. Только сейчас да. Это... Они там путешествовали тоже с бабушкой, только приехали. Вообще, что-то интернет. Я все до Москвы тоже не могу доехать с 1 января. Все там. Сколько там сейчас? Там просто так красиво по сравнению с Питером. Вас вообще не слышно. Прям вообще падает. Все так красиво, мы до Москвы никак не можем доехать. То в Питере, то это так, ну, тоже красиво, но там вообще так украсили все, всю Москву. Угу. Хочется туда все доехать. Да, в Москву. Да, сейчас только летом, в Москве летом красиво. Зима холодно. Ну да. Ну да. Надо туда тоже рвать кокон. Угу. А в Китае нет. Сейчас холодно или тепло? В Китае? Да нет, плюс 17 днем. А, нормально вообще. Погода балуется. Свинка Пеппа. Тоже это свинью Пеппа, любит, да. Сейчас живут свиньи. Хрю-хрю. Свинка Пеппа, да, Барбоскина. Детская тема. Вас просто не видно, не слышно. У нас 48. Да, пока, малыш. Китай. Да. Так, что-то у нас... Я хочу в эфир. Так, я тоже хочу с вами познакомиться. А вы отправили заявку? Мне просто так не видно. Лиза, уходи. Уходи, сейчас посмотришь, что поднялось. А то это... Так. Посмотрим, посмотрим. Вот. Будем знакомиться. Так, живое. Ну, не живое, но я имею в виду. Визуально. Лиза, ты окончательно же переехала? Нет. Главное, чтобы ловила теперь. Да должно, по идее, у меня Wi-Fi. Сейчас загрузится. Я в Китае, здесь не работает Инстаграм особо хорошо. Привет. Привет. Сейчас я дверь закрою. Блин, у меня уже который человек подключает. Я даже не думала, что меня подключат. Да ладно. Ты только веселая, улыбаешься, это уже хорошо. Кстати, меня знаешь, кто еще подключал? Меня подключал Александр Скотч, ты на него подписана. Ой, такой смешной, вообще классный. Просто да, классный. Мне нравится. Мне тоже нравится. Слушай, не ожидала, написал. А? Девушку предыдущую вообще не было слышно. Да, да, вообще не было слышно. Поэтому, да, не слышно, не видно было. Не было. Блин, как я тебя люблю! Ой, спасибо. Я так счастлива. Господи, что меня хоть кто-то любит. А то я говорю, я уже как-то не хочу ничего, ни посты, ничего делать. Все, у меня нет сил больше. Я
Ну, ты можешь немножко отвлечься от Инстаграма, отдохнуть. Ну, как-то вот надо выходить, мне кажется, когда есть желание все-таки, да, а не постоянно. Это была работа не моя, так, поэтому да. Я постоянно выходила, а сейчас я хочу отходить от этой работы. Да, ну, вообще, скажи, приятно, когда тебе пишут приятности в директ или в комментариях? Приятно, но бывают люди, которые пишут приятно, и мне ответишь, они пишут неприятность. Ну, наверное, потому что ты не успеваешь. Всем отвечать. Ну, бывало, ты мне отвечала. А? Ты мне отвечала. Да, нет, я много кому стала отвечать. Сейчас я лежу, я отвечаю на все комментарии, отвечаю четко. Но когда нет времени, когда я в Москве все время работала, у меня нет времени отвечать. Я не могу, у меня нет времени позвонить своей маме с папой. О чем вообще говорить? Вечно на нервах, ты едешь туда, потом едешь по работе туда, потом на съемки. У тебя нет времени, у тебя еще магазин, я им раньше сама занималась. Вообще ужас. Люди не понимают, что это, ну, действительно много сил занимает Инстаграм. И много нервов. Особенно. Блин, меня чуть оторвалось, потому что я хотела заскринить, чтобы показать всем, что я с тобой. Скрин. И это самое. Я случайно, получается, нажала на кнопку, и оно вырубило. Подожди, я сяду во всю грудь. Ты скрин тогда. Сейчас давай тоже заскриню. Че, я зря сделала, что ли? Моим факом можно таким. Дать мне. Хейтерам привет. Я вырубила, блин. Нажала на кнопку посередине в телефоне. Меня слышно? Да. Я заскриню. Я заскриню. Я все сижу. Почему постоянно? Блин, как хорошо ты в Китае. Что нового там? Расскажи мне, интересно, вообще зарплаты какие-то. О, я не работаю, я не знаю, что какие. Я дома готовлю мужу. Иногда. Ну, а Лёха что-нибудь дает? Ой, Лёша работает. Постоянно работает. Лёша, я заметила, ты сейчас дома одна. Да, сейчас он спит, потому что он сегодня работал 5 часов, ему зато 7 часов. Что в голове у девушки такие копилки? Девушка пишет, ну да. Чего? Девушка пишет, господи, заскринить, что в голове у таких девушек копилки? Вот. Кому что? Неважно. Кто еще пишет? Кто-то пишет такие гадости, и для них это нормально. Я говорю, кому что? Вот. Теперь я понимаю, что ты раздражаешься по поводу всяких комментариев. Ну, я раньше не раздражалась, пока не произошла ситуация с дочкой. У меня вообще, я смотрю свои старые прямые эфиры, даже на проекте, когда меня спрашивали такие, ну, вещи, которые у меня сейчас, ну, не хочется даже разговаривать. А раньше я пофиг мне было на все. Я же говорю, я чуть-чуть стала похожа на хейтеров. У них вот жизни... Единственный вопрос, который меня мучает. Какой? Я задам? Что? Вот. Я говорю, я смотрела постоянно «Дом-2», вот с тобой именно. Вот сейчас я уже перестала его смотреть, мне интересно. Ваша пара была самая такая вот крутая. Да. Мне было всегда интересно, а что там на «Доме-2»? То есть, когда вы выходите из «Дома-2», вам можно все разглашать, то, что там внутри происходит, или конечно, нет? Конечно, поэтому всякие вот придурочные что-то там рассказывают, неудачники. Кто ничего не получил от проекта, те ходят в хай-проект. Ну, кто неинтересен, в принципе, в реальной жизни, потом выходит и начинает говорить там сценарий, там говорят, что делать неинтересны люди. Моего Леша вообще вы, если мне говорили там, Лизочка, ну, помогают сделать какое-нибудь свидание, да, или просто говорят, что вот иди поговори со своим мужем, там, мой спальня. Вот, моего Леша бы никогда в жизни не позвали, он бы послал всех нах. Просто все общаются нормально между собой, потому что ты там, например, на камеру, ты же, я думаю, многие замечали, что когда ты сидишь одна в комнате, плачешь, и тут вдруг тебе кто-то забегает в комнату. Понятно, почему забегает, потому что он же не может чувствовать правильно, что ты там плачешь. Ему говорят в микрофон, что вон, иди, сходи, поговори, у нее тут что-то случилось. Такие вещи мелкие, да, а всяким ребятам новеньким подсказывают что-то, если они сами ничего себе не представляют. Зарплату участников я не разглашаю такую информацию. Мне кажется, это вообще неправильно все говорить. Не, это мне не... Блин, телефон упал. Мне это неинтересно. Лиза, сделай зубы. Нет. У меня шикарные зубы. Что еще расскажешь? Что? Китай. Зато в Китае много шмоток. Я счастлива. Я столько шмоток купила. Вот. А по ценам там нормальные они, чем в России? Чем в Москве, в закупке, я же для магазина покупаю. Да. Ну, как нормально. Они по качеству намного лучше. Туда привозят по такой же цене ширпотреб. Вот. А здесь хорошего качества, если найти. Так, ты там еще? А так здесь вкусно. Да. Ну, здесь, если работать, вообще прикольно. Мне нравится погода, мне нравится вообще здесь.
В Москве веселье. Вот ты говоришь... Чё? Вот ты говоришь, что выполняйте всякие конкурсы, участвуйте, ты говоришь. Mm-hmm. Блин, мне бывает стрёмно писать по 100 сообщений под одним фото. Да, бывает стрёмно. Тебе стрёмно, видишь, а другим не стрёмно. И они выигрывают, и многих много призов. Ходят в халявной одежде. В обуви. Извините. Это как, знаешь, как работать. Не, ну ты же делаешь правильно призы, подарки. Знаешь, есть еще такие наглые, кто и недоволен. Это подруга твоя, Лиза? Нет, это не подруга, это фанат ее. Красивая, ну ладно, девочка. В общем, подключайся, я понаблюдаю. Чего? Я говорю, я понаблюдаю, говорю, подключай следующих. Если честно, мне спросить особо нечего, потому что в каждом эфире я тебя слушаю внимательно, и мне уже люди остальные спрашивают тоже другие, как я. Поэтому я, в принципе, про тебя знаю все. Да, классно. Ты про меня прям все знаешь? Нет, не все ты знаешь про меня, поверь. Знаешь, что есть дочь, знаешь, что ты замужем. Знаешь, что ты сейчас в Китае. Чем мне еще знать? Ага. Остальное мне не нужно. Правильно. Слава богу. Это остальное твое личное. Вот, спасибо. Видите, у меня больше адекватных людей. Каждому в трусы не стоит лезть. Слушай, ну Дом-2 смотрят как раз-таки, потому что... Ну, вот такой у нас менталитет у людей. Ну, честно сказать, ну вот скучно. Вот мне сейчас я включила Дом-2. Вот я вообще бы не смотрела, потому что там показали мне, Лёша, кстати, говорит, там эта девочка какая-то там разделась догола. Жесть какая, понимаешь? Вот меня раздражает, что вот Милена, которая постоянно орёт, как дикая, я не могу смотреть. Нет. Я включаю, вот хочу... Перематываю. Я просто лежу, бываю. Я, бываю, просто включу телек, лежу и смотрю. Ну, просто. И слышу, как она орёт, и мне уже уши мои режут от её крика. Слушай, я тебе так скажу. Лёша её перематывает, мы смотрим, короче, через интернет, а дома у меня не было. И когда я сделала грудь, Мэри говорит, включи Дом-2. Мэри мне сказала, первый раз включи Дом-2, вот они включили, и я просто лежала и думала, господи боже, я не могу слушать. Ну, знаешь, она девочка всё-таки из детдома, я думаю, что она у неё проблема. Она симпатичная вроде, красивенькая девочка, но не но знаю, видимо, у неё что-то... Ну, слушай, как можно, если она жила в детдоме, то... Вообще ее судить мы не можем. Ладно, если бы она была из нормальной семьи и так далее, мы подумали, какая-нибудь избалованная девочка. Понимаешь, а вот люди, которые там прожили, мне кажется, вообще мы не знаем, что у нее вообще было и в семье. Может, ее там избивали, никто не знает. У меня еще вопрос был. А вот тебе делали пластику. Угу. Страшно было? Нет. Сначала я год боялась, поэтому искала долго врача. Потом я так уже устала и думаю, господи, боже мой. Мне вообще не было страшно. Вообще не страшно, не больно. Вообще фигня. У меня были панические атаки, поэтому мне было бы страшно это все сделать. Ну и посидения не бывают длятся. Но я уже привыкла их контролировать, уже могу, в принципе, знаю как, что куда. А вот еще вопрос был. Давай, а кто за тобой ухаживал? Кто за тобой ухаживал? Ухаживал? Когда? Ну да, ты же пластику делали, ты не двигаться ни в туалет, ну, ни встать. Нормально я ходила вообще. Да? Конечно. Отец помогал? Ну, он приехал, помог и уехал к себе домой, я взрослая, я все могу сама. На третий день уже ходила, готовила там себе салатики, посудомойку все ставила. Вообще нормально. Все, поняла. Все, у меня уже минута осталась. Вот я думаю, выходить еще раз. Платенько, давай. Я тебя люблю. Ну, спасибо, и вас тоже. Давай, как этот вырубить, я не знаю, выключи сама. Давай. Пока. Пока. Мы теперь...